Зенитно-ракетный дивизион С-300ПС прибыл в 21-ю военную базу из Российской Федерации в конце октября. Занимаемся боевой подготовкой, отрабатываем нормативы по пилоту готовности номер один, по работе по воздушным целям, различным поле воздушной и моментной обстановки. Сложность заключается в том, что рельеф местности не позволяет отрабатывать нормативы и по самолетам таким образом, каким отрабатывали мы на месте постоянной дислокации. Вот, горы, соответственно, дают знать о себе с учетом рельефа местности. Отработка по малосотным целям немножко сложновато. Станика сестралы. Получить полную мощность, ракеты готовят ручную непрерывно, вести ПП-2. Цель малосотная, летит низко, выходит из-за гор, сразу ее обнаружить не получается. Вот. Ну, соответственно, это может стоить человеческой жизни. На практике позже замечаем цель, и время на принятие решения, соответственно, меньше.